Ты в праве зачитать во время езды. И что? Либо во время. Так а вы мне жетон. Вы сначала. Господа. Вы сначала накидываете что жетон, блядь. Ой, сначала вы надеваете на меня наручники, потом накидываете на меня наручники. И говорите, после того, как вы подумали, что за статья мне инкриминируется, говорите мне ее. Сначала вы придумываете. Одноразовая перчатка похлопала верхние и нижние слои человека напротив. А, в заломе, блядь. Окей. Да, одной рукой.